Но пока соседи слушают всякую фигню, короче, я тут занимался крышей в новом гараже. Сейчас покажу, там ад. Ну, для начала, короче, я смастерил такую лестницу. Маден самопал. Такая снизу шире, сверху уже, чтоб стояло хорошо. Доска тут, наверное, 150-я. Да, наверное, или 120-я. Ну и, короче, такая доска 80-ка, короче. Напилил, то есть, да, вот уже посрывал там покрытие. Давайте сейчас залезем, покажу, что как там. Если быть честным, то здесь все очень печально. Понятное дело, что дует, да? Что вот видите, что здесь у нас. Ну, короче, ну, воняет, знаете как? Еще это, поискать надо, чтобы так воняло. И трища. Вот мои плиты на гараже. Вот заделывали раствором, который, видите, вот раствор такой, блин, 1:30, наверное. Песок, короче говоря. Буду делать, как у этого соседа, железом крыть буду. Хорошей фигней. Вот так вот доски положу, так, 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 так. Полистирольчика застелю сюда, сделаю им перемычки. Эту обрешетку перекручу, возможно, шпильками, возможно, анкерами к плите. Вот. Да, шпильки будут холодомостиков, да и хрен бы с ними. Вот. Перекручу обрешетку к этому, к крыше, и постелю железо. Я очистил две плиты. Там, где не было пожара, сплит очищается, рубероид хорошо, и слой битума. Там, где был пожар, слой битума хрен очистишь. Ну, слояка битума, как бы вам там показать, это вот маленький слой. Ну, такие вот тут. Вот такие вот слои тут. Ну, как бы, вот таких вот слоев там где-то там. Вот внутри это все дело, короче. Вот слояки. То есть здесь так это нормально, короче. Гудронили эту крышу, наверное, раза 3 или 4. Короче, надо вот эту вот часть дочистить. Мусор весь собрать, отвезти. Плита крошится очень сильно. Вот я лопатой воткну в край. И вот она крошится, и вон она крошится, плита. То есть плите фигово. Вот. Как бы по-хорошему бы здесь надо бы стяжку сделать, но поскольку я по плите, на плите стою и стучу по ней, вот эта плита еще более-менее, а вот эта вот совсем печальная. То есть она подо мной шевелится. И это страшно, ребята. А она в самом центре, блин. Не с краю, а в центре, елки-палки. Вы на своем жоповозе отвезете такое? Никогда в жизни. Отдадите плюс 1500, а то и 2500 за доставочку. А я вон загрузил 2-метровое железо, утеплитель, шпильки там, пароизоляция, туда-сюда, вся фигня. И на своей машине своим ходом спокойненько доехал. Да, чуть-чуть торчит, но фигня. А вот так вот ехал. Покажу вот так вот. Раз, хоп. Все. Класс, красота. Машина даже не просела. Закупились, короче, 4 рулона по 5,60. Утеплитель на крышу. Я знаю, что я сделал глупость и зря снял, по ходу дела, рубероид старый. Потому что с ним было бы теплее. Но тоже так себе, знаете. Уточнение. Он тяжелый. Вот, хотелось облегчить максимально конструкцию крыши. Вот, и что я и сделал, в принципе. Вот, а рубероид скинул нафиг. Короче, 4 рулона по 5,60 на 1,20 м. Это вот так вот 4 полосы у нас на крышу будут. Шпильки для того, чтобы доски закрепить насквозь к плитам, потому что толщина плиты примерно там сантиметров, ну там от силы там 10. Вот, пароизоляция, чтобы конденсат с железа не попадал на доски, которые там лежат. Вот, и по этой пароизоляции сваливал лесом на улицу. Вот так вот. Вот, короче, железо. И это все, короче, ну, 25 тысяч железа, шпильки и мембрана, и 4600 утеплитель. Ну, короче, 30-ка минимум. Так, ну что, продолжаем по крыше. Крышу, ну, я думаю, видно, да? Нам понадобится перфоратор, 2 сверла у меня, 8-ка, 6-ка, 6-ка подлиннее, 8-ка покороче, сверен за мой палец рваный. Обязательно гайковер, без него никак, сабельная пила,
Ну, тут, короче, пассатижики, головка на 10, шпатель. Короче, я здесь позаливал, да, видно бетончик. Стяжечка свеженькая, все швы, короче, позамазывал. Там шовчики промазывал. Вот, и обрешеточку набил. Набил я ее вот таким вот образом, да, то есть она... Это не просто обрешетка, да, то есть она... Вся она перевязана шпильками. Шпильки. Все это, короче, насквозь за потолок. То есть никуда она нафиг не улетит. И я ее старался делать максимально ровно. Давайте отойдем, посмотрим, насколько это ровно. И вообще. Ну, так себе ровно, конечно же, но лучше, чем было. Вон там, вон в середине, вон там, вон. Видно, да, просадка будет небольшая. Да и хрен вы с ней. В принципе, наклон-то, в принципе, есть. Вот, буду крыть железом. Сейчас кладем сюда утеплитель, минеральную вату. Вот, самое дешевое, что было, это была минеральная вата. Пенопласт дороже. Вот. И пароизоляцию, пленку. Вот, и железо. Переделал шпилечку, что-то как-то мне не понравилось. Ну, шпилька обычная шестерка. Сыромятина конкретная, прям ломается. Нифига делать, шпильки нынче качество говно, конечно же. Вот, ну, вроде так вот, там вот здесь вот, есть вот у пузырька. То есть здесь будет торчать вот столько вот примерно, сантиметров 20. И еще один козырек будет туда идти вниз. Потом мы его сделаем. Сейчас самое важное — положить утеплитель и зашить крышу. Утеплитель положил. Все в утеплителе. Он осталось. Осталось, скажем так, блин, дофига осталось, короче. Ну, просто хочется целым положить куском, а не из кусочков. Хотя так, сейчас пароизоляция. Пока соседи, как обычно, слушают всякую херню, я, короче, доделал крышу. Да, меня настиг дождь. Фигарил он тут по мне, короче, я тут в дождь клал. Степлер, который купил, развалился. Ну, короче, все как обычно, все никак не по плану. Чуть-чуть подтарчивать крышу, но вот в эти вот швы, вот в эти вот, я сюда буду фигачить бетонный герметик и прокручивать его в волну, чтобы оно не подтарчивало. И в каждый саморез будет замазан бетонным герметиком для герметизации, поскольку это обычный пресс-шайба саморез, то есть ничего особенного, обычный, без сверла, потому что, ну, вот эта вот фольга, это 0,35, протыкается, нефиг делать иголкой, ё-моё. Вот так вот, а сегодня уже был дождь, все нормально. А, дождик пережили, гараж вроде бы не протекает, ну, надо подождать, там, недели две, посмотреть, что как, потому что там еще у нас вата же ведь, наполнитель. Вот. И, ну, чтобы она промокла, если она будет намокать, и чтобы посмотреть, будет ли протекать крыша. Я думаю, что не будет протекать. Уже нормально, уже хорошо. Плюс там еще пароизоляция. Вот. И с этим делом все будет нормально. Вот так вот, а по дешману. Сейчас посчитаю смету, скажу, сколько у меня вышло. Ну, не бюджетно, скажем так. Так, из остатков, ну, считаю, что вот рулон. И вон рулон. И вот половина, ну, там половинка и половинка, считай, да? И еще вот чуть-чуть. Короче, я лоханулся на полтора рулона, считай. Ну, блин, что поделаешь. Как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да? Вот, но я живу в Московской области. Сейчас надо сесть, посчитать смету, сколько у меня ушло, чего, куда. И, ну, то есть, и к этому делу прибавить ровную сумму за товар. Это будет цена за работу, потому что сейчас... Такая тенденция на рынке, что, блин, капец. Цена за работу равняется цене за товар. Ну, я все сделал. Все, козыречек. Вся фигня. Отливчик, надо будет еще один только отлив добавить вот сюда кусочек. Потому что, ну, не хватает, короче. У меня не было. Дырочку под трубу вырезал. Там надо будет пеной монтажной так бортик сделать, чтобы вода обходила его стороной. А так вот досочки, козыречек, все чики-пуки, короче. Все, вон я уже проверял водой. Вон водичка стекает. Все хорошо, слив в нужную сторону. Все классно, все как и должно быть. Вот так вот у меня. Ну, я не стал делать дальше, чем у соседа. А зачем?
Вот, мне этого, в принципе, хватало. Там подпилил. Короче, все ништяк. Блин. Во, вот так вот видон будет лучше. Вот такая вот у меня теперь крыша. Классная, хорошая крыша. Поздравьте меня. Какой день? 6-й день, да? 6 дней я убил на эту крышу. Блин, я чумазый, да? Как не знаю кто. Сорян. Ну, за 5 копеек сделать не получилось. Еще надо вон мусор вынести. У нас остался один лишний лист, потому что я что-то забыл, что у меня же еще и козырек есть. Елки-баталки. Ну, как-то вот так вот. Ну, прикольный видон. Мне нравится козыречек. Он, согласен, в середине чуть-чуть, короче, провисает. Ну, тут, короче, конструктивный косяк. Мой косяк. Короче, косяк косяков и всякая фигня, короче. Итак, что по итогу? По итогу у нас получается, что общая сумма денег, не считая бензина, это 32 250, это без учета бензина и без учета досок, которые у меня были халявные. Я вез там доски там сдачи, старые доски, здесь у меня стеллаж, если вы помните, стоял вот у этой вот стенки. Кто смотрел самое первое видео по этому гаражу, те помнят. Вот, вот эти вот доски сложа, доски сдачи я возил сюда, то есть доски, скажем так, халявные абсолютно, плюс подложка под эти доски, это старый рубероид, вот тоже считаю халява, да, то есть там 32, короче, тысячи, ну 33, грубо говоря, да, ну еще бензин, короче, 1500 примерно, и если так доски посчитать, то, в принципе, досок так тысяч еще, наверное, на 8. Если 17 тысяч куб, 11 досок 150 на 50, 6-метровых. Вот. Это там приличная сумма, там тысяч на 8, наверное, выходит. Ну, короче, 32 и плюс 8 тысяч за доски. Ну, короче, 40, крыша. Вот так вот. Железо, фольга, 0,35. Ходить по нему нельзя ни в коем случае. По-хорошему, по-нормальному, туда бы поселить USB-фанеру, а потом железо. Вот это было бы классно. Но, маленькое но, USB-фанера лист сейчас стоит уже косарь. А мне туда нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, где-то 12 примерно листов или 10. Ну еще, короче, череп туда вкинуть 50, чтобы крыша стоила, что-то жаба душит меня. Так походит. Ну вот так вот можно недорого поремонтировать крышу. Вот, на это, в принципе, все. Всем удачи и пока.